Далее в нашем хит-параде Дмитрий Колдун. Его песня «Поцелуй меня». Кстати, от Димы я получила звуковую ватсапку о его самом ярком отпуске в жизни. Ватсапка! Привет, русская, это Дмитрий Колдун, и я хочу поделиться своими воспоминаниями об отпуске, в который мы отправились вместе с моей женой Викторией 2 года назад. Это была Сибирь, это была Республика Тыва. Я, как большой любитель рафтинга, уговорил Вику составить мне компанию для того, чтобы спуститься на лодке по порогам Малого Енисея. Это достаточно опасное место. И вот на одном из порогов наша лодка переворачивается, и мы оказываемся в холодной быстрой воде. Вика смотрит на меня испуганными глазами, а я пытаюсь дотянуться до нее рукой, но потоки воды, волны, брызги мешают мне это сделать. Некоторое время я пытался достать, уцепиться за ее спасательный жилет, но потом подумал вот о чем. Наша жизнь так похожа на горную быструю реку с ее поворотами и порогами, что иногда просто нужно расслабиться, нужно понадеяться на кого-то. Ведь рано или поздно нас все равно достанут, а возможности просто плыть по течению в горной реке рядом с любимой женщиной у меня больше не будет. Любите друг друга, пусть все будет хорошо, и не перегревайтесь.